Ой, это еще что за чупакабра? Ой, это собачкой было. О, жалко собаку. Сзади! А еще одна чупакабра. Чупакабра. Кошмар. Ой, красная опухоль. Лавовая опухоль. Давай. Красная опухоль. Да, как макак с красной какой. Здесь мы этот лифт не сломаем. Ну а твоим. Ты дим. Леха, ты дим. Я акуленок ту-ту-ту-ру, я акуленок ту-ру-ру-ру, я акуленок ту-ру-ру-ру, я. Я малыш. Скорее, ну не надо на меня на жопой садиться. Какой дебил, а? Здравствуйте, Аюхай. Это канал Максимадзе и... Канал «Чё хочу, то ворочу», Лёха. Мы продолжаем играть в этот, как его там, Dead Space 3. Dead Space 3. Вдвоём. Да. Очень Короче, надеюсь, что... ребята, прошлый вторая часть вторая. Прохождения, мы вышли в открытый космос, тут много мусора. Да. От разрушенных кораблей. И у нас что-то, я смотрю, воздух заканчивается помаленьку. Да. Куда нам лететь-то нафиг? Сколько времени, кстати, на часах? 10 часов сейчас. Короче, ребята, вот много кораблей, мы везде будем. Вон тот корабль, который перед нами похож на Ишимуру из первой части. Вот. Давай... А это планета пришельцев, но, видите, еще одна планета. Видите, слева на планете другая планета. Блин, я... Посмотри. Я что-то тебя не вижу. Ты где? Я вот он. А, отлично. Налево, вот, видишь? Это братская луна, замороженная. Откуда некроморфы появились. Да. А их таких много. Так, давай, ладно, уже... у нас заканчивается воздух. Жми буковку И, русскую, и смотри, куда нам летит. Там и гардероб, и вон туда, задачи. За мной. Так, CMC Руанек. Мы сейчас на этом корабле. Ой, куда я приземлился? Это тебя надо спросить, куда ты приземлился. Оно открывайте, блин. На Alt нажми. А зачем ты полетел-то? Так а что делать? Открывай дверь. А. Ла, это старый открывай, корабль. Открывайся, блин, ну. Нет, прицелься и F. А. Это я думал, корабль. Так же, как и те двери открывались. Открывайся, блин. Все, у нас есть кислород. А, отлично. Здоровье в норме. У меня в норме, а у тебя не совсем. А теперь? К аптечкам надо относиться поэкономнее. Надеюсь, тут нету некроморфов. Открывайся, дебил, блин. Она закрытая, видишь, красная. А, да. Так. Становится трудно дышать. Сколько еще там, блин? Мы спешим как можем, да? Че ему там помочь-то надо? Что-то не открывается. А вот я открыл. Блин, я постоянно с прицелом хожу, блин. Все время появляется ощущение, как будто на нас кто-нибудь нападет. Угу.
это не открывается, да? Куда идти, посмотри. Излучатель Теслы. Открывайся ты. Тут повсюду гробы. Тормозные двери. Используйте кинезис, чтобы вставлять батареи. Это что такое? Вот, я ее вставлю. Станок, ура! Можно создать оружие. Букву Е нажми. Да-да-да. Ох, ё-моё. Подтвердить, да. Да-да-да, хватит мне эти обучалки показывать. О, я создам какое-нибудь оружие из того, из чего у меня есть. Так. А, насадок нету. Но я создам вот это, оно уж будет получше, чем то. Так, сейчас, да? У вас уже есть чертеж. Так, понятно. Е выбрать. Потом в гардеробе. А у нас ничего нет. Так, слышишь? Назад F. Слышишь? А? Я говорю, потом в гардеробе, когда костюмы там будут новые, их тоже надо будет улучшать. X, то есть здоровье, кислород, понятно? Так, модификаторы. Так, я буду улучшать этот. Мой плазменный рюкзак. Так, сейф. Эти аптечки. Я что-то сделал, но не знаю, что я сделал. Я тоже что-то сделал. Смотри, что я сделал. Ну, мне под ноги-то не надо стрелять. А, мы с тобой одинаковые сделали. Какой старый корабль. Живым с него никто не возвращался. Открывайся ты. Открывай, ну. Открой дверь. Открывай, ну. Что за звуки? О, это монстры. Некроморфы. Стреляй, ну что ты так медленно работаешь? Дурацкое оружие. О, оружие-то сколько? Да хватит, он готов уже. Не мучай ты его. Так. Ты это, воротила. Коробки разбрасывать прекращай. А то тут трассу феодального значения завалишь. Расчленение. Так, взять. Ух. Мадафака.
В них можно их ими же этими стрелять. Ну куда ты машешь-то? Мне по голове ударишь сейчас. Ой. Черт. Вот видишь, смотри. Если вот, видишь, у них клыки. Если нет патронов, направляй и пуляй в них. Вот. А, на F, да? Да. Они много урона будут наносить. Да. Они-то сами много урона наносят. Это... Какие еще тут монстры сейчас будут, а? Ты чё так? Помогите! Помогите! Да... У тебя чё, клаустрофобия что ли, или что? Всё что ли? Да. Ну всё, это хорошо. Помоги! Ты где вообще? Помоги! Быстрей! Пожалуйста! Иду, блин! Я спустился куда-то. Быстрей! Мама, да фака, ты сдох. Блин, я полез куда-то и спустился, а ты там, оказывается, боролся, блин, с ними. Ну ладно. Открывайся. Ой, мы опять тут. Да? Так, стараемся не промахиваться. Надо еще стараться успевать брать эти клыки, блин. Хватит ящики разбрасывать. Ну так дверь была заперта, ящик. Да? А, прям возле меня. Хватит их расчленять. Во, вот, видишь, сейчас я подобрал. Подожди, не стреляй. Видишь, я подобрал. Сейчас я в него попробую. О, красава вообще. Да он... Ну, ладно. У кого скафандр красивее? У тебя или у меня? Ну, у тебя, наверное. У меня ржавый какой-то, мне кажется. У тебя он красный, в стиле максимации. Так у меня нет черного цвета. У меня белый. Ну, все равно. Ой. Так, вот здесь ты где-то сдох. Ой. Да хватит, не мучай ты их, они уже они готовы. И так намучились. Да, вот сюда я зашел, а ты тут сражался с ними. Они же мучились, когда превращались. Это же люди. Ты в курсе, что они людьми были? Да, и умершие, да. Ой, тут предметы летающие. Гравитация. Ой, это еще что за чупакабра? Ой, это собачкой было. А, жалко собаку.
Но ей нас точно не жалко. Стреляй в щупальцы. Щупальцы отрубай. Да. Попасть еще в эти щупальцы. Мне сердце разобьется, если... Моя любимая кошка станет такой же и нападет на меня. Кошка нападет. Мы кошку любили, она нас любила. Страшно представить такую кошку. Ого, аппарат. Это система. Should unlock a crossover for you. Alright, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Что нам делать? Так. Вот, смотри, вот. Давай я эту буду, а ты другие. Смотри, вот тут надо раскрутить. Ты иди другую раскручивай. А, ну о, давай ты это будешь делать. Все? О, ё-моё. Я обоссался. Да, это ты. А, блин! Вот этот... Вот эти потроханы обосрались перед смертью, блин. А! Я ранен, помоги мне, блин. Ну, зашибись. Меня ранили, тебя убили. А еще раз попробуем. Блин, мутанты какие-то в натуре. А, прям возле меня. Я ранен. Помогите мне. Я не могу даже в инвентарь зайти, чтобы аптечку взять. Аптечку, аптечку, быстрее, аптечку. Крути. Верхнюю, ну, верхнюю. А, верхнюю. Сейчас опять монстры появятся, да? Ну, они на звук приходят, пойди. Долго еще раскручивать-то ее, блин? Давай. Еще одна осталась. Вот она. Минутку. Доставьте ее уже вниз, блин. Супер силами. Мадафакеры вернулись. О, паучище. Пауков я боюсь. Теперь нам надо активировать этот аппарат. Да после того, как им обрубаешь туловище, они превращаются в больших безобразных паучищ, блин. Давай, нажимай. Куда нажимать? Ну, справа. А, понял. Я запускаю. Центрифугу включили. Ой, ой, собачка. Hey, 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 we have power. The
Что с тобой? Ты почему стоишь? О. Я слышу мадафакеров, но я что-то их не вижу. Они вон, наверху. Наверху? Такой яркий свет, что их не видно. Но не совсем наверху, на стенке. А, в лифт поехали. О, вон, спустился один. Ждите. Ну, блин, так долго едет. Нам сюда же, да? Нет. Нам в лифт. А, я не туда иду. Фух, блин, лифт такой ненадежный, да? Ну. Или старые лифты надежные? Когда-то был надежным, наверное. Надеюсь, он не сломается. Нет, все нормально. О, Элли! Из второй части девочек. С белыми глазами. Ой, нормально. Это опять какая-то опасность, да? Мне не нравится этот звук. Отлично. Очередная опасность. А, это станок оружия? Как красиво, да, в космосе. Создание оружия. Модификаторы оружия. Блин, тут разбираться вообще надо. А, это управлять, это сохранение. Плазморез. Ты что-то создаешь там, да? Да, плазморез. О! А, офигеть! Я сейчас такую штуку сделал. Да, у меня. А вот у меня нету предметов для создания. Стоп. А я ее разве не мог засунуть? Вот сюда. Модификаторы оружия. Блин, куда ж ты вышел-то? Я наоборот хотел сделать. Видишь, там раздел чертежи есть. Чертежи, да. Вон, там много разных оружий. Ну, чтобы их создать, надо найти. Вот, вольфрам, полупроводник, металлолом. У меня нет таких ресурсов. Мало у тебя? Да. Модификаторы оружия. Повторить обучение. Не надо повторить обучение. Так... Что у нас тут можно сделать? Офигеть! Смотри, что я собрал. У меня было оружие, я сделал оружие такое же, только два таких. А, тут можно вещи сохранять, я понял. Да, это как сейф, то есть ты кладешь на черный день. То, что надо сохранить. Ну, из этого пока ничего, в принципе, не надо. Ах, блин. Красиво в космосе, да? Смотри. Да, не говори. Мусор везде. Инопланетный. Нет, это человеческий. Кстати, смотри, что у меня оружка какая. Я взял... И два плазмореза соединил, видишь? Оп-оп. Я теперь два могу стрелять. Да. Одинаковый. Ладно, пошли.
Так, лифт, не подведи. Ты хоть и старенький, но мы в тебя верим. А то у него краска аж вся облезла. Ты чё, дебил, что чё делаешь, блин? Ах ты. Ой, а как это делать-то? Сейчас наприседаем и лифт сломаем. Точно лифт сломаем, так. Ой. Ну ты идею, блин, придумал. Походу мы сломали лифт. Работает система, блин. Хотя мы так ее еще больше не знаем. Ой! Это еще что за хрень? Ой, я, кажется, разозлил ее. Желтую опухоль стреляет. Она оранжевая, скорее даже, а не желтая. Ой, чё, какая-то маленькая хрень вылезла. Крути, крути. Ну, наводись, блин, на эту штуку. Во. Опускай. Ты опускай, это я. А, я думал. А, это ты схватил, я думал. Это я схватил, ну ладно. О, мада. Ай! Больно ты она ударила по мне. Я вообще здоровья мало, надо пополнить его быстро. Ты что, через меню пополняешь? Да. Так, надо же кнопку одну всего лишь. А. Господи, я забыл. Давай, что-то. Крути. Я он ударил. Ой, чупакабра. О, сзади. Сзади. Кажется, она меня проткнула. Мне конец, кажется. Е-е-е, блин, я же... У тебя получилось? Сзади! А, еще одна чупакабра. Чупакабра. Кошмар. Ой, красная опухоль. Лавовая опухоль. Давай. Красная опухоль. Да, как макак с красной какой. Кошмар какой. Ай, еще одна чупакабра. Так, я застрелю чупакабру. А, я схватил, не могу. Еще одна чупакабра с красной опухолью. А это что за кусок колбасы справа от нас? Так, давай крути. Да уже все. Да? Валим отсюда побыстрее, как можно быстрее. Я думал, это не все еще. Да спускайся, ну чё ты? Да пока я лезу, ты не можешь. Да. Вот оно чё. Да это плохо, вот, конечно, что нельзя. Мать моя женщина. О! Быстрее лети. Интересно. Лети быстрее. Тап, альт нажать надо. Так, ты за... Ты какого хрена ты умер, а? Каким образом ты сдох? Я это даже не заметил. Лети вперед. Ну ладно. Меня засосало. Ау. Надо успевать еще лететь-то туда. Ой, чупакабра мертвая. Короче, как я понял, альт это управление гравитацией управляет. Да. О, мама, да fucking jeez. Ой.
Давай играть в игру. Так, поднять. Подняли. Но и что делать надо? Быстрей! Время идет. Так, а я как? Ну вон, на свою точку. Доступ запрещен. Еще раз. А какой я штукой управляю? Правой. Интересная, блин, вещь. Ну уже, давай быстрее, двигайся. Доступ разрешен. Надеюсь, мы этот лифт не сломаем. Ну а твоим... Ты дим... Лёха, ты дим... Я акуленок ту-ту-ту-ру, я акуленок ту-ру-ру-ру, я акуленок ту-ру-ру-ру, я малыш. Скорее, не надо на меня на жопой садиться. Какой дебил, а? Ой, ну и морда. Ой, машина тут. Я Айзек Ларк, да понимаю, что он же в первой и второй части был с обелиском имел дело. Так давай еще 10 минут хватит. Третью часть давай сегодня запишем и все. Нет, давай лучше другой раз. Я устал уже. Ну ладно, тогда сейчас на другой корабль приедем и закончим эту серию. Ладно, ладно, окей. Еще минут 10. Они нашли источник, родную планету обелиска. Давай, собирайся, пошли. Чё ты там засмотрелся на эти звезды или чё тогда? Это родная планета обелисков, оказывается. Твою мне. Обелисков. Они что, когда люди умирают и попадают сюда, что ли? Чё? Люди умирают и попадают на нее, что ли? Нет. Чё за бред? Я тебе говорил, посмотрите видос, который я тебе отправил. А, ну да, я его посмотрел. До сих пор еще. Ну, чё ты не занимаешься своим? Какой дебил, а? Не надо вокруг меня жопой крутить. Не дергай жопой своей. Ой, музыка мне не нравится. Ты не туда. Да ладно. Ну ты смотри это. А, за мной. А, стоп, подобрать какую-то хрень нужно. Ого, что это за зрительный зал? Что это за... Жуткий театр, блин. Я бы в кино сюда не стал ходить. Ой, блин, чупакабры появились. Ну, как-то текстуры сквозь дверь прям проходят. Это не сквозь, ее придавило. Да, но выглядело не как-то не очень реалистично это.
Ой-ой-ой-ой-ой. А. Вон, видишь, что написано? Это инструкция, требуется удостоверение. Инструктаж САГ. Это инструктажный зал. САГ. Требуется удостоверение. Пошли ты куда? О, какие шкафы, блин. Ой, опять эта дверь громкая. О, Эля. Закрыто. Так, слушай, у меня сейчас к тебе вопрос. Да. Тут сейчас будет гардероб. У тебя кроме этого костюма есть? У меня пока нету. Я не в курсе. Наверное, вот, нет. Посмотри. Так, а где гардероб? Вот он. Открывайся. Скафандр был разблокирован. Какой? Какой? Вот я сейчас посмотрю, какой. Есть какой-то желтый. Да. Че, он тебе понравился? Я не знаю, тут плохо видно вообще его. Надеюсь, у меня будет какой-нибудь. Ничего себе, экипировщик какой, блин. О, этот неплохой, мне нравится, оставлю его. Вау. Там еще улучшать можно здоровье, все такое, X. Пока заниматься не буду этим, наверное. Блин, а у меня нету никакого. У тебя нет костюмов, да? Ха-ха-ха-ха, у меня костюм вообще трансформер какой-то, как будто выглядит. Потому что, знаешь почему? Да. Потому что, это, я здоровье только улучшил, костюм у меня тут. У меня нет костюма, потому что у меня сюжетный персонаж. Который главный персонаж по сюжету. Ну, я понял. Без как... Вот. Блин, какой экипировщик. А костюмы открываются по прохождению игры. Ну, когда на землю приземлился, даже у тебя костюм не сломается, а у меня сломается. Ой. Подобрать, все под, все надо подбирать. Ты видишь, что он мне говорит? Нет. Так, что тут надо открывать? Это? О, ё-моё, что это такое? Мы опять в космосе. Покажи, пока. Вот, вот кислород можно подтягивать, видишь, и наполнять кислород. Блин, я... Покажи свой костюм. Остановись. Ух ты. Красивый у тебя костюм. Да, не сомневаюсь. Так, ну чё, на другой корабль полетели или куда-то? Погнали.
папа Сера, папа Сера. Что это за пипец такое? Вы ничего не слышите? Мой X засек какой-то повторяющий сигнал. Кажется, он зашифрован. Так, залезай. Ну чё, полетели на тот страшный корабль? Страшный. Который похож на Ишимуру. Ты так. Сзади что ли сел? Сзади, я никуда не сел. А, вот. Садись давай. Вообще, у меня отец какую-то игру играл, я помню. Или не играл, может просто видео смотрел, я не помню, это было давно. Вот он, в общем... Там тоже что? Были люди, умершие люди, тоже без мозгов, и их называли гули. Гули. Это Fallout. Это Fallout. А, Fallout, Fallout, точно, точно, Fallout. Fallout 4. Он, кстати, на PlayStation 5 будет бесплатно. Ну чё, полетели? Да. Тебе там... видно там что-нибудь? Да, вижу, вижу. Полетели. Ты управляешь? Или кто управляет? Я. О, отлично. Можешь ручаться. Могу расслабиться сейчас пока. Смотри, не угробь нас только тут. Да я аккуратно. Туда? Как выйти отсюда? Так, открывайся. Открывайся. Что это такое? Открывайся. Но открылся, блин. А, гардероб. Ой, корабль поврежден. Глава пятая. О, мы уже на пятой главе. Смотри, как корабль поврежден. Двигатель. Да, я заметил. Чё, заканчивать когда будем? Ну да, так что все, давайте. Да, ребята, прошло уже 40 минут. Наверное, на этом стоит закончить. С вас лайкосы и подписосы, а с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на канал Чё Хочу Ты Врачу, на мой канал, на мой второй канал, который переместился сегодня. В общем, всем пока. Тоже говори. Всем пока!